Будем переделывать. Минус 4 у меня замерз. Так что будем делать другую трубу. И так что такие вот дела. Заодно и посмотрим, как пена легла. Вся причина. Нельзя маленьким этим делать. Так, ну кое-где. Прихватило. Попробуем. Так, здесь. Ничего страшного. Теперь так. Надеюсь, оденется, потому что труба очень красная, мне нравится. Хорошего качества она. Так. Сделаем, чтобы по центру все было.
Так, ну здесь вроде все. Это убрать. Все. Здесь все. Здесь желательно побольше. Теперь сделаем. Оно влезло. А я думаю, может и не стоит так заморачиваться. Получается, оно вот сюда удаляется. Смотрим. В принципе, охеренски. Сюда засуну гвоздь, чтобы кран был чуть пониже. Смотрим. Нормально. Тут нормально. И тут нормально. Я думаю, в этот раз будет прям шикардос. Так, еще одна пена. Сбалтываем и начинаем. Теперь здесь.
Нифига себе. Там... Должно быть прям все заполнено. Потому что если не будет, то будет херово. Там видно, что не все. Хорошо. Здесь не знаю. Но я думаю, все вроде. На всякий случай. А, у меня же этот есть. Как его и забыл. Так. Сверло. Ну, видно, что уже, как сказать, выдувает. Блядь, херово закрутил. Так, интересно. Угу. Пускай. Так, ну чё, я думаю, для красоты можно сделать. Я думаю, она будет держать. Так, у меня где-то была проволочка. Так. Ёп-так-так. Так. Все, держит. Шикарно. Так. Даже... Да, я думал, лучше так, потому что... Шикарно. Так, больше у меня нету, да? А здесь я хотел сделать. Блять. Получится, не получится. Ладно, не буду пока делать, там разберемся. Так, здесь у нас. Вот так будет. Угу. Здесь у нас будет так. Ну все.
Остальное, в принципе, подрежу и подробности напишу в комментарии. Я думаю, минус 20 точно выдержит. Если вот здесь только не замерзнет. Но здесь я, если что, сделаю гвоздями. Вот это запеню. Потом гвоздями. Или чем-нибудь.